Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория, и сегодня я хочу рассказать вам о новой акции в компании Faberlic, которая называется «Поделись Faberlic». Это видео я посвящаю консультантам своей структуры, но и всем, кому интересно, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Я думаю, что многие уже слышали, что у нас в компании Faberlic с 27 ноября действует очень интересная акция «Поделись Faberlic». Эта акция действует для всех зарегистрированных пользователей компании Faberlic, то есть и привилегированные покупатели, и консультанты, и бизнес-партнеры компании, все, кто зарегистрирован в компании Faberlic, могут принять участие в данной акции. Сегодня я хочу более подробно познакомить вас с этой акцией, показать вам, как активировать вашу персональную ссылку и как воспользоваться данной акцией. Итак, для того, чтобы ознакомиться с этой акцией, вам нужно зайти в свой личный кабинет и на первой главной страничке в самом низу у вас мелким шрифтом будут указаны разделы. Обращайте всегда внимание на эти разделы, так как здесь очень много полезной информации. Итак, познакомиться вы можете в разделе «Акции программы», либо в разделе «Новости бизнеса». Тоже всегда просматривайте все новости, так как здесь много интересной информации, которая будет, я думаю, полезна многим. Но давайте мы с вами зайдем в раздел «Акции программы» и сразу попадем на данную акцию «Поделись Faberlic». Нажав на окошко «Подробнее», мы сможем с вами более подробно ознакомиться с данной акцией и прочесть, что же это такое. Итак, акция «Поделись Faberlic» действует у нас в 18 и 19 каталогах. 18 каталог действует 2 недели, 19 будет действовать 3 недели. И вот на протяжении этих двух каталогов эта акция будет у нас с вами доступна для всех зарегистрированных пользователей. Как же принять участие в данной акции? Во-первых, у вас в личном кабинете в разделе «Моя структура» у каждого компания Faberlic разместила вашу индивидуальную ссылку для регистрации нового консультанта в вашу структуру. Эту ссылку необходимо активировать, а затем вставить ее в социальные сети, в которых вы зарегистрированы. Я вам сейчас немножко позже это все покажу. Поделись своей уникальной ссылкой по e-mail, в SMS и в соцсетях. То есть вы также можете поделиться, скопировать эту ссылку, поделиться в SMS со своими друзьями, поделиться по e-mail, по почте. То есть ее можно будет еще и скопировать, если вы где-то не состоите, может, вы ни в каких соцсетях не зарегистрированы. И во-вторых, для того, чтобы у вас сработала эта акция, необходимо, чтобы к вам не просто пришел новичок и зарегистрировался, а чтобы новичок выполнил условия первого шага стартовой программы. Условия первого шага стартовой программы для новичков в каждом каталоге представлены на самой последней лицевой странице. И у нас в 18 каталоге сейчас действует следующая акция. Пришедший новичок должен выполнить свой заказ на сумму от 1499 рублей в цене каталога. Обязательно оплатить свой заказ. И тогда при заказе по следующему 19 каталогу ваш новичок получает в подарок стильный клатч и любой оттенок матовой помады «Первая леди». Выбирает из 14 оттенков понравившийся. Советуйте новичку сразу приобретать пробники для того, чтобы новичок смог сориентироваться в выборе оттенка. Новичок получает подарок. Новичок тоже может принять участие в этой акции, если он состоит в соцсетях. И таким образом начинать можно расширять свою структуру. А вы получаете за каждого новичка, который выполнит первый шаг стартовой программы, то есть свой первый заказ и оплатит его, получаете по итогам 18 каталога 300 рублей на вашу основную скидку. То есть у вас в личном кабинете, где у вас мой счет, есть раздел «Моя ОС». То есть это ваша основная скидка. Так вот, на вашу основную скидку вы за каждого новичка, который выполнил свой первый заказ в каталожном периоде, в котором он пришел, даже если он пришел в 18-м и заказ сделал в 19-м, то тоже вы за него получаете 300 рублей. То есть за каждого новичка получаете на основную скидку 300
рублей. Это, конечно же, будет очень выгодно. И затем вы сможете при выполнении своего заказа воспользоваться этими деньгами. То есть, например, вы выполняете свой заказ на 2500 в 19 каталоге, и 300 рублей у вас списывается. То есть сумма к оплате будет у вас на 300 рублей меньше. Чем больше будет новичков в вашей структуре, которые выполнят обязательно свой заказ, тем больше у вас будет сумма. И, конечно же, вам тоже, для вас эта акция выгодна. Но обязательно нужно, чтобы воспользовались именно вот этой ссылкой. Второй, поделись Faberlic. Если у вас новичок приходит в 19 периоде, там будет уже следующее условие первого шага, которое тоже будет на последней страничке. Там у вас все это будет указано. И здесь акции тоже, когда вы будете делиться в 19 периоде своей ссылкой, тоже будет у вас уже изменение, и будет указано, что требуется от новичка. И тогда, когда у вас новичок по 19 каталогу делает заказ, то по итогам 19 каталога в первом каталоге 2018 года вы также получаете за каждого новичка 300 рублей на счет промо-скидки. Так что акция интересная, акция достойная. Я считаю, что она выгодная как для новичка, так и для вас. То есть и для новичков, которые тоже приходят, тоже эта акция выгодная. Для того, чтобы подробно ознакомиться с данной акцией, вы сможете вот здесь, вот в этом разделе, скачать презентацию акции. Кликаете мышкой, и у вас вот уже сразу скачивается данная акция. Открываете и смотрите подробно условия акции, как поделиться своей ссылкой, как ее разместить. Здесь все подробно у вас указано. То есть все подробно описано, поэтому внимательно читайте. И пользуйтесь данным предложением от компании Faberlic. Итак, я вам показала, где можно посмотреть подробно. То есть вы скачиваете презентацию. И теперь давайте мы с вами посмотрим подробно в разделе «Моя структура», где будет у вас данная ссылка. Снова мы с вами заходим в раздел «Моя структура». Можно вот здесь, можно у вас на главной странице высвечивается. То есть вот здесь вот у вас высветился раздел «Моя структура». Можно кликнуть вот на вот это обозначение, и также попадете в раздел «Моя структура». И вот у каждого консультанта в разделе «Состав личной группы» есть ссылка. Вот у вас есть ссылка для регистрации нового покупателя. Эту ссылку вы пока не трогаете, так как вы можете тоже размещать эту ссылку во всех социальных сетях, но именно вот приз 300 рублей будет у вас вот по вот этой ссылке, по нижней. То есть у вас здесь есть вот «Поделись Faberlic». Нажимаете вот на вот это окошко «Получить ссылку». И вот ваша персональная ссылка уже у вас высветилась для того, чтобы к вам приходили новички, и для того, чтобы новички регистрировались по вашей ссылке и попадали к вам в вашу структуру. Вы, если делитесь по e-mail, либо вот где-то вот по почте, то вы можете ее скопировать и тогда вот ставить, и человек также попадет по вашей ссылке. Но обязательно проверяйте, если там у вас вот знакомые будут регистрироваться, кому будете предлагать, чтобы, конечно же, все у вас сработало. Итак, дальше вот у нас здесь есть 5 социальных сетей. Это у нас ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и вот еще одна социальная сеть у нас присутствует. Ну, в основном у нас многие ВКонтакте, в Одноклассниках находятся, и вы хотите поделиться данной ссылкой ВКонтакте. Для этого вы до того, как зайдете в личный кабинет, вы открываете свою страничку ВКонтакте, вы ее не закрываете, вы ее сворачиваете вниз и затем заходите в свой личный кабинет и вот здесь вот будете делиться ссылкой. То есть для того, чтобы, ну, может, у вас, допустим, в семье несколько человек зарегистрированы ВКонтакте, да, может, у вас дети зарегистрированы, у них есть свои странички, поэтому вы перед этим обязательно открываете свою страницу, не закрываете, сворачиваете и попадаете потом в свой личный кабинет, и вот здесь уже дальше выполняете следующие условия. Нажимаем на вот этот кружок, и вам высвечивается вот такой текст.
То есть вы выбираете аудиторию. Это либо друзья и подписчики, либо если у вас есть сообщество, подписчики сообщества, либо вы хотите кому-то отправить личным сообщением. И вот здесь вставляете комментарий, то есть вставляете свой текст. Вы можете взять текст, вот у вас, я вам показывала, где первый шаг стартовой программы, посмотреть, что требуется. Можете написать: уважаемые друзья, или там всем привет, поздороваться и написать, что да, я приглашаю вас в компанию Faberlic, и вот в 18-м каталоге указать, какая действует акция, что при выполнении первого заказа на сумму 1499 рублей цене каталога вы получаете в подарок с 11 декабря стильный клатч и помаду, и получаете дисконт, скидку от 20% на всю продукцию компании Faberlic. Так что, ну вот, текст красивый составить, я думаю, что не составит труда. И затем вот сюда вот нажимаете «Отправить». И у вас картинка вместе с вашей ссылкой и с вашим текстом появится на вашей страничке. Затем человек, пройдя в социальную сеть и нажав на вашу ссылочку, нажимает затем он на черное окно «Зарегистрироваться», и там высвечивается анкета. И вот высвечивается именно анкета с вашими данными, что вы такой-то, такой-то предлагаете зарегистрироваться в компании Faberlic. И таким образом человек попадает в вашу структуру. Вот, например, у моего консультанта здесь пока вот один консультант, и затем будет у вас добавляться консультанты. Но, конечно же, вам нужно будет с ними затем работать, связываться и обязательно рассказать новичку о том, что, на какую сумму он заказ должен сделать, чтобы он все правильно сделал. Вот здесь вот в этом разделе «Заказы новичков» вы можете проверить на протяжении первого-второго каталога заказы своих новичков, и можете со своей странички посмотреть и помочь человеку подкорректировать. Так что вот такое было мое небольшое видео. Пишите, задавайте вопросы, если кому-то что-то будет интересно. Я желаю вам всем приятных покупок в компании Faberlic, и, конечно же, чтобы к вам по вашим ссылкам обязательно добавлялись к вам новички в вашу структуру и приходили к вам, и у вас расширялась и росла ваша структура. Может быть, вот такая вот акция от компании Faberlic сподвигнет вас на построение бизнеса в этой компании. На этом говорю вам всем пока-пока, до свидания, до новых встреч на канале. С вами была Виктория.